Заходи. Нажимай. Нажимай, Тимур. Всем привет, друзья. Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. В моих руках, как ни странно это прозвучит, это полноценный домашний кинотеатр. То есть это проектор, при том со встроенным звуком, хорошим. Мне ни разу не понадобилось использовать наушники при просмотре. С достаточно емкой батареей, и все это самое приятное разработчики наши из России. И их даже поддержали множество людей, они собирали деньги, как сейчас модно, проекты разные. Очень много интересных гаджетов, интересных вещей так реализуется. И я вам расскажу, конечно же, насколько он хорош, плюсы, минусы. Я несколько дней попользовался. Позиционируется это не только как для детей, хотя, как видите, можно отдельно чехлы купить и пометки NFC, просто поставив чехол в этот миниатюрный проектор, можно скачать. Вы покупаете чехол, он защищает, потому что ребенку дать, ну мало ли что, уронит, защита была, в комплекте он не идет. Он скачивает по Wi-Fi новые серии автоматически, разные. Но об этом чуть позже. Самое главное, хочется вам показать, как он работает. Как вы видите, картинку дает достаточно неплохую даже при дневном свете. Понятно, что любой проектор любит темноту или затемнение. Если кто не знает, скажу, что для глаз это значительно безопаснее. Здесь, во-первых, синий цвет отсутствует, а во-вторых, самое важное, что вы смотрите отраженный свет, а не излучение от любого телефона, планшета, экрана, какой бы он ни был хороший и дорогой. Про проекторы я знаю немало и еще занимался ими достаточно давно, но это не важно. На самом деле, что у нас получается по этому малышу? Технология DLP. Могу сказать, что при ярком свете, конечно же, картинку можно разглядеть только с расстояния, наверное, сантиметров 50. Я вам сейчас это продемонстрирую. Но если чуть-чуть затемнение или просто от окна подальше отойти, вы можете прямо при дневном свете в квартире проецировать на потолок, как видим, картинку, и вполне это будет все смотреться. Нормально. Очень даже нормально. Позиционирует производитель этот чудо-кинотеатр, девайс, как его назвать, не знаю. Слово правильное подобрать. Вообще, знаете, есть такое выражение, что высшая техника практически неотличима от магии. То есть в это я действительно верю, когда держу вот эту малютку в руках. Вполне реально можно смотреть на потолке, что я, собственно, и делал. Фильмы, которые я на нем смотрел, я смотрел на потолке. Это реально очень удобно. Есть при том настройка специальная, что проектор подстраивается, как вы видите, под наше движение. Если мы чуть сдвинулись, например, с потолка на стену, то и картинка сдвинется, искажений не будет. Это можно включить, можно выключить. Давайте посмотрим по внешнему виду проектора. Соответственно, это лицевая его сторона, как мы видим, проектор внутри. Он совершенно бесшумный, даже в полной тишине совершенно ничего не шумит. И самое приятное, он не греется. Я на нем подряд прогнал 3 фильма, чтобы проверить емкость аккумулятора. Они чуть позже. Это настройка, соответственно, четкость, просто говоря, то есть механическая четкость, 2 кнопки. Чем дальше от стены, тем, соответственно, четкость нужно настраивать. Очень просто и удобно. Звук выходит отсюда, можно посмотреть по отверстиям. Вот здесь вот, вот здесь звук выходит. Вот, ну, реально, звук классный. Добавить мне больше нечего. Я еще раз скажу, я даже наушники ни разу не включал. Сейчас вам продемонстрирую. Реально круто. Очень приятно, что есть разъем для наушников, кнопка включения и, конечно же, разъем microUSB. Отлично. То есть в любом доме такой кабель, я думаю, найдется для зарядки. В комплекте идет подставка. С ее помощью, во-первых, проектор более устойчивый, такая малютка, и можно немножко изменить угол обзора. В комплекте очень полезная вещь идет. Это кабель для подключения флешек. Я проверил, вот флешка, с которой мой сын смотрит мультики, я ее подключал. Разумеется, она работает без проблем. Появляется пункт USB в самом проекторе. Ну и приятная очень новость, что в проекторе есть встроенная память. 11 гигабайт. Можно залить несколько фильмов. Ну и, конечно, где брать контент? Его здесь навалом на самом деле. И можно стримить. Можно YouTube Kids, YouTube детям. Можно показывать. И можно обычно YouTube смотреть. Это реально очень-очень круто. Я проверил. Прикольно. Молодцы, что тут сказать. Иногда чуть подтормаживает, но я думаю, это проблема моей сети, а не проектора. У меня сеть не очень хорошо, я сейчас... Ну, неважно. Итак, собственно, внутри что есть? Давайте теперь смотреть. Внутри огромное количество, как мы видим, есть и записаны уже в память мультики. Они в памяти, и они там есть. Более 150 часов записано контента, включая все. Включая не только мультики, но и включая там всякие диафильмы. Все, что нам из детства может быть близко и интересно.
Итак, я отключил два мощных софита, которые использую в последнее время для съемок. Расстояние сантиметров 50-60 до стены. Вот он, проектор, показываю. Ставим его, я хочу вам показать, что он умеет. Настраиваемый, еще раз напомню, то есть четкость настраивается в зависимости от картинки. По ощущениям, картинка сантиметров, наверное, около 30. Можно на потолок, как я и показывал, большое. Давайте посмотрим, что есть. Во-первых, интересно, что записано. Есть мегафон ТВ. При авторизации ТВ, сериалы, настройки там и так далее. Я не использовал, но кому-то, может быть, реально это пригодится. Потом записано огромное количество музыки, притом в каждую. И отмечу очень классное управление. Это вот тот случай, когда управление называется интуитивное. То есть управляется с помощью вот этого вот верхнего джойстика. И, в общем-то, все. Настолько просто, что ни разу не пришлось лезть в инструкцию. Браво! Вот это я понимаю, молодцы. Потому что действительно все очень грамотно реализовано. То есть вверх выходим из всего, вниз перемещаемся вниз. Старт – это старт. Ну и перемещение вправо-влево. Музыки огромное количество, есть колыбельные. И все это притом подобрано не просто, чтобы было, а чувствуется, что подбирали, чтобы ребенок взял и что-то такое не очень... Не, чтобы только хорошее было в проекторе. И мультики подборка неплохая, на мой личный взгляд. Добрые мультфильмы и Союз мультфильм, конечно, за это, конечно, огромное спасибо. Это все есть, это я не скачал. Еще раз на всякий случай упоминаю. Кроме того, читать можно, смотрите, магазин Бэмби, Винни-Пух. Давайте посмотрим Винни-Пуха, как это реализовано. И мы просто перелистываем, это диафильмы, про которые я говорил. Видите? Реально это очень круто. Выходим назад, кнопка вперед, очень удобно на джойстике. Реально круто. Так, старт нажимаем и выходим. Далее, онлайн. Тут опять же Мегафон ТВ, трансляция и Яндекс.Радио. Трансляция это, как я и говорил, YouTube. Соответственно, мы выбираем iOS или Android. И с YouTube я пробовал своего Xiaomi абсолютно без проблем. Далее, что у нас? Коллекции. В коллекциях вот именно вы покупаете вот этот вот чехол, он мягкий, и мне один такой на тест вместе с проектором прислали на английском языке. Единственное, остальные все серии, конечно, будут на русском. И когда вы этот чехол одеваете на проектор, он дает защиту и скачивается еще автоматически по Wi-Fi серии. То есть на русском языке просто один мультик вот этот на английском, который мне прислали. Далее, что еще? Играем. Ну, тут понятно, без комментариев. Все в детстве в такое играли. Я играл. Это реально очень круто. Прикольно. Сыну покажу, еще не успел пока. Ну и моя история. Сейчас покажу это то, что я записал, и настройки. Тут все очень просто. Версия, аккаунт, таймер сна, язык, русский, английский, Bluetooth аудио и, соответственно, Wi-Fi и коррекция трапеции, о чем я говорил. Ну и обратная проекция, если вдруг это вам нужно. Мои истории. А вот тут то, что я записал, 11 гигабайт, забил почти полностью. То есть я записал сюда несколько фильмов. Я уже два посмотрел и удалил. Да не два, я даже больше, три посмотрел. Пару ужастиков и начал смотреть Bear Grylls. Время особо не было, но я этот проектор тщательно протестировал, в том числе и на время работы. Я гонял, заявлено до 5 часов, и мне кажется, нас производитель немножечко обманул. По моим ощущениям, больше. Разряжается очень медленно, потому что фильмы я отсюда удалил, но они были час 20, час 30, час 36. Посмотрел канал фильм, например, ужастик, посмотрел... Еще одну серию очень страшного кино. Я подряд запустил три фильма. Что у меня получилось? Аккумулятор осталось, когда три фильма, три, это больше 4 часов. У меня осталось 41 или 42%, я чуть больше 40 еще энергии. Это очень круто, я считаю. Ну, давайте звук проверим. Реально круто. Здесь страна с температурой ниже нуля, раскинувшаяся в южных Андах. Третья по площади территория материковых льдов после Антарктиды и Гренландии. Класс. Реально класс. Я нисколько не преувеличиваю, мои эмоции искренне, потому что ну, в такой малютке, которая в кулаке практически, ну, с кулак. Вот. Настройки яркости никакой нет, она здесь максимальная. Ну, еще раз скажу, если на Санцепёке на пляже смотреть не будете, то даже в транспорте, а вот канал я его еще не удалю, ну так себе фильм. И вот на Bear Grylls показываю. Звук громкий. Могут опускаться до леденящих минус 67. При такой температуре у вас считанные секунды могут смерзнуться веки. Мороз так... Ладно, тогда что у нас получается? Сейчас я камеру тогда поправлю. А получаем мы очень годный, конечно же, не дешевый, но это смотря опять же как посмотреть. Можно вместо нового Samsung или iPhone два таких купить. Смотрите, цена может измениться, я ссылку на сайт производителя оставляю. Так вот, получаем по-настоящему
инновационный, интересный продукт. Его даже продают на Amazon. Я видел ссылку, он там продается. И мне очень нравится то, что он достаточно емко и долго работает от аккумулятора. Он реально совершенно не греется вообще совсем. Заряжается от microUSB, который есть в любом доме. Подключается по Wi-Fi, можно смотреть YouTube, YouTube Kids с телефона. Можно в память записать. Ну и то, что в памяти есть, ребенку этого хватит надолго. Подобрано все так достаточно по-доброму. Музыка опять же есть, очень классно. И таймер можно поставить, чтобы ребенок засыпал. Но если кто не в курсе, повторю, как я и вначале говорил, это технология, это же проектор, отражение. Поэтому для глаз это действительно более безопасно. У меня двое детей, два сына, младший совсем маленький еще, мультики еще не смотрит, старшему 5 лет. И волей-неволей приходится мультики ему включать в некоторых ситуациях. И я все время понимаю, что это нагрузка для глаз. Я ему либо на телефоне своем даю, либо включаю на экране, на телевизоре. Но все равно здесь, конечно, более безопасно. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Просто световой поток. Ладно, на этом я тогда заканчиваю. Единственное, скажете, а где минусы? Я же всегда плюсы, минусы. Но мне действительно все очень сильно понравилось. По минусам, у меня после того, как я посмотрел 3 фильма, 2,5, паузу поставил, потом продолжил, один раз рывочками пошел. Либо он чуть-чуть там все-таки подустал. Без перерыва я крутил, специально на нагрев проверял. Реально, у меня без перерыва они как крутятся. Первый из памяти, потом второй, потом третий. Но я его на паузу поставил, потом продолжил, нормально все было, рывков больше не было. Я на нем посмотрел, получается, 3 фильма. «Очень страшное кино» 2. Неважно, там вот это вот ужастик, и еще один ужастик, я его уже удалил. И «Симпсонов», кстати, еще смотрел, «Берг Гриза», так что, в общем-то, на нем часов я, наверное, 10 отсмотрел. И основное было именно, как он работает, спустя вот длительное время такое, подряд гонять. Ладно, на этом тогда все. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо!